Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, две звезды, но меня, ребята, это не устраивает, потому что сегодня-то у нас воскресенье, да. Завтра уже будет понедельник, а мы с тобой, видите ли, в Лиге Мастеров две звезды, еще и ранг 61. Ну, ты, ну, прикинь, а? Ну, разве это не оборзевшие или рожи, по-другому не назвать? Да, конечно, оборзевшие. Еще как оборзевшие. Поэтому, ребят, давай-ка попробуем. Так, по-моему, здесь инициаторов особо сильных нету, я смотрю. Поэтому мы, по идее, должны быть первыми. То есть, я так понимаю, Армагоша плюс Бакстер Стокман. И я надеюсь, что так оно и будет, друзья мои. Да, так оно и будет. Прекрасно. Слушай, ну меня не устраивает. Я вчера специально, ребята, за кадром дошел до Лиги Мастеров 3 звезды. Сегодня уже опять в двух звездочках копошимся. У меня завтра не получится поиграть, потому что я встаю рано, иду на тренировку, ребята. После тренировки прихожу, плотненько ем и ложусь спать до работы. Потому что завтра у меня начинаются ночные смены. Поэтому о какой-то игре, ребята, и быть речи не может. Это уже если только я приду и с утречка, ребята, это с утречка, если будет опять же настроение, если я не захочу сильно спать, я сниму, так уж и быть. Ну, а если я буду на расслабоне, то, извините, ребята, будет серия только тогда в среду. Потому что понедельник рабочий, вторник у меня рабочий, в среду у меня будет отцепной. Потом, опять же, ребята, я отдыхаю два дня, вместо трех я отдыхаю два дня, и опять в ночные смены, только уже иду в свою смену. Сейчас я в данный момент в чужой, в другой смене. Ай, вот так вот. А что делать, друзья мои? После отпуска денег нету. Весь как абсос, блин. Не знаю. Столько платежек, блин. А по финансам вообще все очень грустно. Я серьезно говорю. Это нифига не смешно и не весело. Как выкручиваться из этого дерьмища, я не знаю. Я не знаю. И к тому же, опять же, у меня месяц не полный. Сколько там получается? 5 смен. Ну что я там за 5 смен получу? Копейки. А надо и коммунальные услуги. Ой, даже говорить об этом не хочу. Даже об этом, ребята, и говорить не хочу. Вот, у меня также голова болит, как у этого крокодила. Так, ну что, давай, наверное. А, у нас торнадо нету. Ну-ка. Мощная комбо. Так, теперь давай сделаем лучом удар. Так, а ракетами добьем, как думаешь? Мне кажется... Нет, смотри-ка. Я думал, нейтрализатор постоит, еще побарахтается. Нифига подобного. Быстренько мы его потушили. Так. Подожди, а зачем я это сделал? Что-то я вообще не понимаю. Мне нужно, блин, на арене. Я куда-то пошел в эти... Ай, рейчик даешь. Ладно, давай возьмем Рафаэля, возьмем свою кожеголову и... Нет, нет, нет! Вот так оставим. Просто, ребята, откатов мало, а долларов тоже мало. Я вчера специально тратил баксы, чтобы ускориться. Да, я потратил приличную сумму долларов. Но, извини меня, я не ожидал опять увидеть себя в Лиге Мастеров две звезды. Зачем же я тогда их вчера тратил? Скажи-ка мне на милость. Вот такие вот пироги, как говорится, с котятами. Ну что же, ладно, давай... Посмотрим. Ну, сегодня-то мы дойдем, ребята, опять же, до Лиги Мастеров 3 звезды. Но небольшой зацепчик у нас будет. Всего лишь небольшой. Не тот, который я ожидаю. Так, ну давай. Мелких дофигища, ребята. А как их использовать? Где их применить? Ума не приложу. У меня нету столько бойцов, друзья мои. Нету. Блин, у нас же там всего... У нас, по-моему, ребята, в... В Stick War Legacy там, по-моему, новых 4 уровня, да? Причем уже давным-давно они там висят. А я все что-то про них и забыл. Надо как-то пройти. Вроде вот выходной, ребята, позанимался. Вот сейчас вот прилег на диванчик. Так кайфанул, блин. Так, уже все, глазки закрываются, закрываются. Думаю, сейчас кемарну часок. Думаю, нет, нет, Рэй, нельзя тебе кемарить ни часочка. Потому что ребята ждут от тебя видосик. И я встал. И... Дошел до стола, до своего, блин, компьютерного. И снимаю.
А сейчас снимаю и такой, знаешь, все равно вот это вот. Кемаль, ну я, ребята, знаю, что если я сейчас усну, я встану, как всегда, ночью. И что? И что мне делать? Всю ночь дрынкать, а потом, извини меня, мне еще на работу в ночь? Нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет, ребят. И отпуск я хочу перекинуть. Я думаю, может быть, все-таки не на май, а на что? На август взять. А почему бы и нет? Взять отпуск на август месяц, бархатный сезон, там сентябрь. Но видишь, проблема в чем? Все дети начинают в этот момент съехать с отпусков, с лагерей, и, соответственно, ценник будет там заоблачный. Да и мест, наверное, фиг найдешь. Блин, ребят, мне что-то не нравится, какое у нас тут положение дел. Я по майке, наверное, не попаду, скорее всего. Поэтому, что мы сделаем? Давай я, наверное, вот так вот сделаю провокацию. Тупо, конечно, но... Но тут даже и не сомневался, что будет мимо. Сейчас как влупит... А, он усиливает. Ребят, он усиливает атаку. Я думал, что он как бомбанет, а это фигня все. Пэу. Мы его не пробили еще, подожди секунду. Ну, надеюсь, не уклонится. Да иди ты в баню, блин, он уклонился, ребят. Молодец, Рафаэль. Ишь, чьи глаза ты какой, а? Будет он мне тут еще уклоняться, уклонист фигов. Ну, баранки гну. Никак не согну, блин, 7 ступенек. 7 ступенек всего лишь пролетели, ребят. Что за катавазия такая, а? Скажи-ка мне на милость. Я на это не согласен. Блин, ну вот, пошли у нас, ребят, уже и откаты, как говорится, тратятся. Ну давай, раз, два, три. Блин, у нас же еще, по-моему, в Драконах Всадники Олуха тоже там событие вроде началось. Блин. Все началось, все. Вот, вот когда у меня есть время, ребят, ни хренашечки нету. Никаких, ни событий, ничего не... Как у меня, блин, коротышка какой-нибудь выходной, слабенький, легенький, все. Сразу повыползало, все, отовсюду, блин. Да. Ну давай, бомби его. Молодец. Бомбарбия, Киргуду. Шутка. Да уж какие тут шутки нафиг. Ну, наконец-то, ребята. Лига мастеров 3 звезды, 96-я позиция. У нас пока есть еще 5 откатов. И, соответственно, мы с тобой их тратим. Откатики-то наши эти. И попытаемся. Ну, я не знаю. По идее, полтинник. Самый оптимал, ребята. Но до полтинника доползу ли я с тремя уже откатами? Это вряд ли. Хотя у нас еще есть там неиспользованный супер шреддер. Кто там у нас еще? По-моему, Усаги мы не использовали, да? Так что с Амиру по нитке, как говорится, и голому рубаха. С 96-го мы прыгаем на 85-е. Нормально, 11 ступенек пролетели, это уже показатель. Ну-ка посмотрим. Да, смотри, ребят, оп, оп. Хоп-хоп, героина. Поехали. Так, ну что, Усаги, Шреддер, готовы? Я верю в вас. Я свято верю в вас, ребята. Так, по красоте. Ну и Супер Шреддеру надо их просто добить. Испепелить. Да, он с этим очень хорошо справляется. Так, и с 86-го куда? С 85-го на 75-й? Вот, еще один ступенек проскочили. Так, ребят, это мне нравится. А мне ты нравишься, нравишься, нравишься. Что за песня дебильная? Так, ладно. Давай сюда бомбанем. Так, это... А если электрошоком? Ой, хорошо-то как. Ой, хорошо ты как, Эйприл, сделала-то со своим чудо-веером. Так, ну, давай 63-ю. Спасибо. Итак, друзья мои, последний поединок. Последних два отката мы с тобой тратим. Можно кого-нибудь тут? Можно, если только... Нет, нельзя. Давай сделаю так. Тынь-тынь-тынь. Поехали.
Ну а что я сделаю, ребят? Ну нету больше откатов у меня. По-другому, ну никак. Хоба. Америка, Европа. Так, давай валуном. Валуном должны добить, ушатать, растереть в порошок и выкинуть их. Вот о чем я тебе и говорил. Так, здесь, короче, вы покончили, ребят, сегодня с ареной. Почти полтишок, друзья мои. Почти 50 место. Это то, что нужно. Так, ну а дальше я пошел куда? Да, дальше я пошел. Где у меня Алапекс? Мне нужна именно она. Так, друзья мои, вылетела игра. Ну, она вылетела из-за того, что VPN отключился. Что я ищу? Я ищу вчерашний день, да? Вот она, наша лисичка, сестричка. Ну, что там тебе надо? 10 долбанных вот этих книг. 10 этих книг. Блин, с которыми... Как всегда... Ага. Так, 10. Это, точнее, 9. Это 9. Это 8. Это 8. И все, да? Это 7. Это 6. Так, 6 книг, ребят. 6 книг. Так, 5. У меня, наверное, пиццы не хватит, скорее всего, ребят. Да что ты, блин, ну? 4. Как ты мне дорог, а? 3. Ну давай, 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 давай. Что ты мне вот мозг тут выносишь своими, блин, капсулами долбанными, а? Ты издеваешься уже? Она уже, ребята, издевается, играет. Так, 2. Ну, последнюю. Блин, понятно. Последнюю и не хватило. Я фигею просто. Ладно, ребят, давайте я ей подниму уровень тогда. Нормально так, 74 левел получила. Как с куста. Так, дальше мы забираем здесь с тобой задания все выполненные. И дальше у нас идет поединок. Испытание. Да-да-да-да-да. Черепашья буря. Именно то, что мне надо. А что если я, ребята, поставлю на автобой? Давай просто глянем, как они, ребята, здесь будут справляться. Ну вот, Ваня, вот тут ты, конечно, тупанул. Ну вот зачем надо было здесь использовать базуку на одного врага? А, Ванюш, вот скажи мне, зачем ты это сделал? Маузер, конечно, тоже, ребят, в данный момент бомбанул. Но зачем массовую атаку на троих? Если ты делаешь, так делай на всех. Причем начинает-то они нормально, ребят, да? Начинает все как полагается. Но вот потом у них начинается какой-то сбой. Программный, системный, я не знаю, как его назвать. Что начинает бегать и делать массовые атаки там, где они вообще не нужны. Просто, где можно от них просто отойти, избежать, как-то обойти и сделать... Ну вот здесь вот тоже, вот зачем? Зачем вот он сделал этот луч? Мне не жалко, ребят, нисколько этот луч. Но просто зачем его применять? В пустоту. По-другому и не скажешь. Так, ну что, ребята, здесь получили. И что? А, нет, тут какой? Я уже хотел сказать, и давай-ка фармить. Ага, там же нет никакого фарма. Абсолютно, ребятушки. Там, так, у меня телефон, секунду. Так, телефончик я подтянул. И что мы тут видим? Блин, кстати, да, мне надо было кое-что посмотреть. Я же обычно товар на зоне беру, ребята. А бывает, что на Валберсе бывает подешевле товарчик, понимаешь? И вот я хотел, пока у меня все равно там на этом. Так, притренишь. Хотел глянуть. Кое-какой. Есть ли он вообще здесь?
Притренировочный комплекс. Но я пока не вижу, ребята. Цены хотел сравнить. Сила дыхания какая-то. Пробники. Психотик. Психотик, да? Нормально, ребят, название? Психотик. Да, притренировочный. Чего-то я не вижу своего, который я заказал на Озоне. Может быть, написать полностью названием? Я не знаю, ребята, если из вас там кто-нибудь занимается, тренируется, может, вы какой-нибудь хороший рабочий притреник порекомендуете. Я себе, знаешь, какой заказал? Он называется... Да покажи ты мне, господи. Рекфул, Биг Бой. Вот такой себе, ребят, заказал. Опять же, ребят, по совету. То есть это я не сам решил его и купил. Посоветовали, причем не один человек. Говорят, что реально рабочий. Посмотрим. Значит, Рекфул. Возвращаемся на Озон. Да, вместо того, чтобы играть, мы тут с тобой Рекфул, блин, ищем. Рекфул. Кирпичи какие-то. А, Регул написано. Да ё-моё, какой Регул? Вот, притрен, правильно. Слушай, есть. Есть, ребята, он здесь. И цена 1,5 рубля. Слушай, тут 1,5 рубля. У меня 1,5 рубля вышел с шейкером и с креатином, блин. А тут 1,5 рубля просто притреник. А, нет, ну, с шейкером в подарок. 60 капсул. Фиг знает, сколько тут тоже еще капсул нужно. В общем, дороже, ребята, получается здесь. Я взял за 1385, а там 1668. Такой же. Поэтому не вижу смысла, ребят. Да и, во-первых, нужно еще, знаешь, что, как говорится, он, может быть, кому-то идет, а кому-то не идет. Он, может, мне не пойдет, понимаешь? Может, у меня от него голова будет болеть сильно. Или еще что-нибудь в этом роде. Вот, как этот, как креатин. Креатин рознь. То же самое и БЦАшки, ребята. Есть нормальные, а есть, извините меня, фуфло полное, от которого эффекта вообще ноль. Так что тут все особо, сугубо индивидуально. Так, давай, наверное, лучом бомбанем. Так, вырубили. И последняя волна. Там, по-моему, черепашки космос должны быть. И нам желательно будет сейчас, знаешь, применять массовые все наши атаки. Так, у нас есть луч от Крэнга. Так, нормально. И остается лишь... Блин, массовая была бы атака, мы бы их вот. Все, добиваем. Памс. Найс. Так, ну что, ребят, все, события прошли. У нас еще остается... А что у нас остается? Что у нас еще остается? У нас остается еще, ребята, фарм. Но... Фарм оставляет желать лучшего. А почему? А потому что у нас с тобой очень мало пиццы. Ага, даже не пицца, а очень мало сыра. А тут все, ребят, ну и что, ну Донни, ну что ты сделал? Хотя, с одной стороны, ребята, он даже неплохо сделал. Он поставил защиту и... бронь. А что, мы с этой защитой и с бронью переходим на следующий этап? Я думаю, что у нас каждый новый этап начинается с нуля. Ха, получается, что нет. Так, вырубил. Вырубил. Ой, Ксевер Мотос, ты достал свои пукалки и побежал на нас. С этими пукалками молодец, конечно. Ты тоже не понимаю. В чем прикол, куриная башка, а? В чем, ребят, прикол?
То, что он усилился, и все. Вот это тоже, как по мне, ребята, не очень хороший удар. Он достает яйцо-бомбочку. Бомбочка-ниндзя. И бежит с ним. Бред, конечно. Ну что, попробуем, ребят? Да не ты, господи. Так, билет. Осколки. Все. Все. Не хватило даже, друзья мои. Даже мне не хватило. Ну что же, друзья. Мы с вами в Лиге Мастеров 3 звезды. Будем надеяться, что до завтра меня не скинут. И завтра, завтра, друзья мои, мы уже с вами переводим в платиновый ранг персонажа. А от вас комментариев ноль. Вы пишите не вы. Я знаю, ребята, что YouTube блокирует комментарии в этой игре, потому что это как детский контент. Я не понимаю, почему он это делает. Почему именно по черепашкам он вот так вот выкаблучивается. Но вы пишите в каком-нибудь тогда в ближайший. Мне все равно строчки комментариев идут все, ребят. Все не прочитаны, а они идут в ряд с разных. Я не захожу там в игру в определенную и не читаю. Я просто читаю комментарии. Так что давайте, давайте. Время еще есть. Надо решать, кого мы будем с вами переводить в платиновый ранг. Ну, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.